лошади. Ну, вот картоха. Та-дам, там картоха готовая. Ну, типа жареная она или что это с ней, не знаю. А здесь сыром запеченная. Ну, вот это... Нет, не вот бог. Это. А это что? Это чем это отличается? Это что же самое? Ну, они разные, смотри. У них вкус разный, наверное. Ну да, может, вот это. Ну, я не знаю, какую я открывала. А вот. Это, конечно, жесть. Ну, блин, люди покупают, там наверное. Там уже вода. Там, ну да, вода воду выстрела. $3, короче, стоит. Вещь прекрасная. Чипсоны. Томатная паста, кукуруза, горошек. Вот, томатная паста, ребят. И томаты кусочками. 75 центов за штучку. Так, мы взяли клубничку с Максимом, вон там. $3, да? $3. Сейчас возьмем грибочки еще. И хочу персик пофаршировать. Так что сейчас берем $4 вот такие вот грибочки. Поехали. Мы любим. Я люблю с Максимом ходить в магазин. Он не зудит, как Витя, он спокойно ходит по рядам, он катает тележку, он еще рассуждает со мной, что лучше взять, да? И говорю, люблю с тобой в магазин ходить. Вот. Так что Максимка у меня в этом плане вообще шедевральный. Жене повезет. Так, нам надо вот там лучок взять. Капусточка у нас стоила 98 центов за ЛБ. Картошка нам не надо, у нас дома есть, а вот лучок надо, мы сейчас пойдем возьмем там с Максом. Смотри, по ним что-то видно, что у них шашлыка. Кстати, у нас был опыт с этими костями, со стичем, плохо закончилось. Ну то, что проглотил, не проглотил, ладно, а то, что ему было плохо от них, то ли он еще маленький для них, ну в общем. Как-то так. Мы за хлебушком пришли. Сейчас возьмем хлебушек. И здесь. Я, наверное, уже вам не раз показывала вот этот вот отдел с готовыми. У них есть супы даже. А, это мак и чиз. Это у нас тоже мак и чиз. Это что у нас? Брокколи чаудер суп. Мать моя. Так, что такое? Лимон чикен суп. Лемон. Правильно же я понимаю? Да. Лимонный суп какой-то. Это у них... Кому нужен Subway? А ты вниз опусти, не видно его. Какой он огромный. Это у нас томатный какой-то суп. Кстати, вот эти пироги вкусные, с беконом которые. Яйца вареные уже. 3,98 яйца, $8 этот. $4 каждый супчик, можно любой взять. Салатики. Ну, видите, вот этот овощной, он более-менее будет. Это, конечно, уже полноценный обед. Это уже не салат. Вот, как-то так. Примерно $3-4 стоят салаты. Вот. Так, это, ну, бутерброды обычные. Вот. А это, ну, уже готовая шурма. Такая, как говорится, на сковородке. Раз, и будет горячая. Ну, я на сковородке это сделала. Есть даже гамбургеры. Вот. Или сэндвичи, не знаю, еще что такое. Причем это дорого. $4 за булку, которую есть не станешь. Ну, как-то так. Такой фастфуд. Если вы готовы, как говорится. Это то, что Subway не полные. Там вон сколько еще может поместиться. Ну, что правда, то правда. А в этом прекрасном отделе мы с вами будем брать оливки, которые я люблю. Маслинки, точнее, оливки, маслинки, вот, обожаю. Очень вкусные, как в Турции очень вкусные были маслины, когда мы ездили всегда в отеле. А, я хочу сказать, что эти похожи, очень вкусные. Мама, обед целый. Ну, это на вечеринке они тут берут такое. Такое всякое. Мы такое, конечно, не очень потребляем. Кстати, иногда Америку ругают за сыр. Именно якобы сыр невкусный. Но я не знаю. Вот лично я много находила сыра, который мне нравится. Я вполне даже ем. Вот моцарелки сколько хочешь. Фета. Вот и такая, и всякая. И с травами, и без трав. Пармезан. А, мне вот этот сыр очень нравится. $4 стоит.
себе кусочек. Максим моцареллу мучает. Вот. Можно натертый пармезан взять, можно самому мучиться, кому нравится. Этот сыр попробуй на три, конечно. В общем, есть большие пласты феты, посмотрите какие. Боксерские? Или кухонные? Нет, для боксера. Лучше красивее. Это красивее, да? Ладно, пошли, нам перчатки не надо. А это, наверное, ложечка для выедания мужу мозга. Вот. Очень полезная вещь, девочки, обязательно всем надо купить. У нас такая есть? У нас нет. Потому что я не ем папе мозг. Так, это а на борщ... Ну, я знаю, я шучу, сынок. На борщ надо я определенную... Вот эту беру. На тушеную капусту и на борщ. Вот именно этой фирмы мне нравится томатное пюре. Я его всегда беру. Томатное. Так, а кстати, вот это... На, Максимка, возьми, пожалуйста. А вот это, кстати, капуста. Соленая. Ну, обычная капуста. Надо? Квашеная. Да нет, сынок, я думаю, что она несъедобная. Соевый соус мы весь дома употребили. Сынок, а что ты взял какую-то маленькую? Мне кажется, я большую брала, не? Ну, ты же его ешь, как, блин, конфеты. Вот. Ну, кстати, их не все очень острые соусы эти. Вот. Так, поворачиваем. Нам еще, наверное, какое-то мясо надо будет взять. Куриное, да? Я так предполагаю. Сюда нам не надо с тобой вообще. Мне интересно, если у них есть. Кто? Что-что-то? Купи. А. Папы нету. Можно взять любые макароны. Потому что у нас у папы пунктик, типа макароны мелкие должны быть. Но поскольку его нет, мы можем взять любые, да, сын? И, как всегда, выбор ноль. Возьмем бабочки, наверное, вот такие вот. И возьмем его макароны, если вдруг он приедет у нас сварить. Кстати, $2 стоят макароны. Кстати, эти есть. На лазанью листы тоже, вот они сверху. Так. Тут у нас грудка. Ой, у нас сегодня и крылья тут какие-то есть. Макс любит у меня все, и крылья, и грудку. Я вот такие, это органика, а это типа свободный выбор. Я вот такой беру. Свободный. Так, Виктор Николаевич говорил, у него кофе закончилось. Нам надо, наверное, кофе папе взять. Ну, Максим, какое папе кофе возьмем? Папе кофе надо взять, какой возьмем? Ну, в смысле, зачем? У него закончилось. Давай это возьмем. Мне кажется, у нас такие были пакетики. Так, вот нутелка есть. Есть такая, наверное, такая у всех сейчас уже продается. Вот такие типа стики там и кушать можно. А я даже не вижу цену почему-то здесь. Потому что это для этого цена. Я пробовала с таких. Я взяла маленькую, Максима, вот такую вот нутелку. Она $3 стоит, большая 6 стоит. Странно, что у американцев нет вот этих бибок на эту. Ну да. Ну, большую не беру, потому что он ложками тогда ее ест. Пошли. А так все-таки на бутерброды как-то пойдет. Нутелла. Печеньки все возможные. Полезные, не полезные есть. Это ж не печенье. Это конфетки, да? Конфетки фруктовые. И вот они, печеньки начинают. Ты будешь брать. А ты печеньки хочешь? Или... А мне рулеты твои у тебя есть, они еще не закончились. И дома чипсы есть. Я думаю, что мы ничего не будем брать. Давай, не будем. А так, тут много всего есть. Попкорн у нас дома есть. Может, жирки возьмем? Не, вот это вот. Мы обычно эту беру. Да. Терияки. Да. 3,98 за пачку. Жирки, кстати, ребята, я сейчас вам не знаю, куда он закинул. Жирки — это вяленая говядина. Но она очень вкусная.
прошлый раз были в Костко просто и брали все огромными упаковками, потому что поэтому у нас много чего есть. Кстати, вот эти вот паки, тут уже, допустим, ты можешь одни желтки взять или одни белки взять, то есть там яйца просто поделенные, разбитые яйца, так сказать. Максим очень сильно балуется, его накроет тележка скоро. Опа, $3.78 лимонадик пошел к нам. Вкусный. Так, лимонад мы взяли. Сметану я сейчас возьму. Тебе молоко надо или не надо? Окей. Какое молоко? Ну не знаю, какое, обычное или шоколадное. Я его не пью, ты его пьешь. Так, вот она, сметанка, $1.58 идет. Вот она. Еще я хочу крем-чиз взять себе. Молока Максим сказал, ему не надо. Яйца у нас есть, нам туда тоже эти не надо. Пицца у нас есть, Максим. Угу. Ну, туда пошли. А что ты искать будешь? Узнала. Пришли за Филадельфией с Максимом. Сейчас возьмем крем-чиз, будет нам вкусно. Кстати, баночка Филадельфии, это, допустим, вот большая, которая... такой воздушный он, $4-5 стоит, а поменьше $3.5, есть халапеньо, вот это, по-моему, с луком или чем-то таким, сонином, да, в общем, разные есть, разные, на любой вкус. Поверите или не поверите, но мы само набрали на $155, но правда мы сегодня, давай туда поворачиваем, мы сегодня взяли много такого. Вау, какая! Вот так вот. Мы сегодня очень много набрали шампунь. А, вкусняшек каких! А, ну, в общем, да, у Максима свое. У него одноклассники с этими завтраками пользуются, одна, ну как, которая продается в магазине. Ему было интересно, мы взяли попробовать. Я сейчас покажу вам, остановимся возле машины. Вон наша машинка, красоточка стоит. Сейчас мы поедем. Надеюсь, Виктор Николаевич скоро купит себе свою машину. И мое кресло двигать не будет. Витенька, ты слышишь меня? И зеркало не трогай. Вот, потому что каждый раз мы под друг друга передвигаем. И это меня раздражает жутко. Тойотка поехала, RAV4.